низкое доверие власти, высокий интерес к политике и высокий уровень счастья. Фактически мы видим перед собой уже как бы не значение просто переменных, а профили респондентов. Это сочетание характеристик респондентов. То есть получается, что логистическая регрессия с множеством фиктивных переменных с interaction-эффектами приводит нас к использованию профилей. Профилями же оперирует и другой метод деревья классификации. И метод деревья классификации способен решить поставленную перед нами задачу выяснения, какие сочетания значений предикторов обусловливают активное политическое участие россиян в 2012 году. Более того, деревья классификации обладают рядом преимуществ перед логистической регрессией. Главных преимуществ два. Первое состоит в том, что поскольку деревья классификации опираются на хи-квадрат, а не на оценку линейных связей, то предикторы, категориальные предикторы, могут работать в деревья классификации без преобразований. Не надо создавать дихотомические переменные. Второе преимущество состоит в том, что деревья классификации позволяют гораздо глубже проникнуть в возможные сочетания предикторов, чем это делает логистическая регрессия. Поскольку для запуска логистической регрессии нам приходится рассмотреть все возможные сочетания предикторов, как мы это сделали и получили 2500 и даже больше переменных дихотомических, которые отражают всего-навсего первый, второй и третий уровень углубления interaction эффектов. Ну, то есть первый уровень сами переменные исходные, второй уровень перемножение парное, третий уровень перемножение трех категорий, трех разных переменных. В выдаче логистической регрессии нашлось место и одномерному эффекту, и множеству двухмерных эффектов, и множеству трех.